Всем привет! Вы на канале Beauty Maker, где вы найдете идеи причесок на любой случай, а также прически любимых персонажей из игр и сериалов. Сегодня у нас будет необычный выпуск. Впервые на канале Beauty Maker будет распаковка посылки. Друзья мои, я просто очень сильно рада. Я ждала этого момента очень долго, ребята. Посылка из Кореи. Мне прислали пиар-рассылку для блогеров сайта Style Korean. На самом деле у меня скоро день рождения, и это просто у меня воспринимается как одни из первых подарков. Конечно, говорят, дарить заранее нельзя, но на душе уже начинает ощущение праздника. Посылку мне принесли вчера, и вот они, две коробочки наши. Это первая коробочка со знаком «Осторожно» в перевозке. И вторая коробочка. Ее уже потяжелее поднимать. По формату она примерно такая же, но по объему тяжелее. Сегодня мы вместе с вами распакуем. Я специально вчера не стала вообще ничего трогать. Все запечатано, как принес курьер. Сайт Style Korean – это магазин корейской косметики, который работает по всему миру, рассылает свои заказы. И я давно подумывала заказать посылку непосредственно из Кореи. И тут со мной связался сам вот магазин Style Korean и предложил сотрудничество. Мне предложили прислать набор косметических продуктов, которые я могла бы протестировать на себе. Ну, тут, на самом деле, мне никакой особой выгоды, кроме того, что я попробую новые продукты. Я хотела их сама бы с удовольствием попробовать, но тут мне не пришлось платить за это деньги. А вам какая выгода? Выгода вам в том, что вы можете посмотреть, как я протестирую эти продукты и уже решить для себя, стоит ли тратить на них деньги. И, конечно же, я хочу обрадовать вас. Сегодня я запущу розыгрыш очень двух классных наборов косметики. Так что, ребята, все у нас останутся в плюсах после этого ролика. А о розыгрыше я подробно расскажу в конце нашей распаковочки. Итак, еще пару слов о магазине Style Korean. Насколько мне известно, этот магазин очень крупный, в нем всегда очень большой широкий ассортимент, и примечателен он тем, вот вы даже сами забейте в поисковике отзывы на Style Korean, найдете очень много положительных отзывов, потому что все пишут, в основном он славится классными акциями, крутыми, и даже люксовые косметические средства там продаются чуть ли не в два-три раза дешевле, чем вот в других магазинах. Там вот если постоянно мониторить сайт, можно действительно поймать очень крутые распродажи. Так что, девочки, заказывайте обязательно, я вам в описании оставлю ссылки. Есть и для Казахстана, и для Беларуси, и для России. Там немножечко разные ссылки, чтобы удобнее было заказывать вам. И если хотите, могу еще оставить ссылки на все продукты, которые будут в этих посылочках. Признаюсь честно, я знаю, что мне пришлют, потому что, естественно, меня спросили, хочу ли я эти продукты попробовать. Я на них согласилась. На этой торжественной ноте давайте с вами найдем нож, обычный кухонный нож, и при вас первый разочек я вскрываю. Пытаюсь это сделать. Главное не покалечить себя. Вот что главное. Так. Ну, на самом деле, коробка. Все как обычно, посылка, большая коробочка, курьер приносит прямо домой. Что еще удобно, ну это наклеечка, да, что транспортировка бережная, можно не переживать, что ваш товар где-то там подсокается, на пути прольется что-то, потому что косметика это и стеклянные баночки, и различные всякие тюбики, которые очень легко можно повредить. Итак, мы открыли первую коробочку. Я даже немного волнуюсь. Уберем нож подальше, скрываем. Так. Ну, ребят, вообще самое первое, что бросается в глаза, в лицо и везде бросается, это...
я даже прочитаю, Air Pouch. В общем, это такие надувные пакетики, которые... Вот один, кстати, лопнул, он, наверное, спас мою косметику просто. Которые защищают хрупкое содержимое наших посылок. И еще... То есть, на самом деле, коробка-то большая, а в ней может быть всего не так много. Ну, ребят, вы должны это видеть. Я просто вижу, тут поблескивает, так здорово. Первое, что мы достаем. Да-да-да-да. Посмотрите, какая красотища. Это невероятно просто. Коробочки, у них улет вообще. Такие сердечки голографическим блеском светятся. Очень классно. Коробочка белая, очень плотная. Просто замечательно. Стайл Карен подходит к упаковке просто на высшем уровне. Каждый заказ у девочек, вот у всех, я знаю, это просто ощущение какого-то праздника, что тебе какой-то подарок сделали. Вот не стыдно заказать в подарок кому-то на праздник и прям в этой коробочке дарить. Очень круто, девчонки и мальчишки. Ну давайте открываем, что? Так. It's your pick, Style Karen.com. Смотрите, так, мы открыли. Пупырочка. Безопасность превыше всего. Обожаем пупырочку, да. Позже, пупырочка. Итак, что это? Мы видим целых пять каких-то баночек. Смотрите, ребята, как они классно запаковывают между... коробочками, у них лежит вот такая бумажка скомканная, очень плотно, чтобы ничего не ездило в разные стороны, не испортилось. Ну, давайте начнем вот с этой коробочки. Так. Куда тебя поставить, красавчик? Вот сюда. Ай, какая красотулечка! Вы посмотрите, все пломбы, все просто марочки, все есть, сразу видно качество. Все на корейском языке, это нам недоступно, но я для себя отдельно сделала документик такой, где выписала прям с сайта Style Korean описание всех продуктов, которые мне пришлют, чтобы вам, ну, хоть немножечко в общих чертах рассказать, что это. Это у нас About Me Skin Tone Up Massage Cream. Так, это у нас массажный пилинг-крем 150 мл. Открываем коробочку. На сайте он сейчас стоит примерно 660 рублей, но постоянно всякие распродажи, акции действуют. Вы мониторите, потому что можно и дешевле купить. Открываем коробочку. Так. Блин, какая красота! Посмотрите, такая баночка красивая, просто вообще... Ну такая красота, такой цвет, я не знаю, камера это передает, лимонный, вот прям лимонный цвет, такой желтовато-зеленый, какой-то яркий, класс вообще. Оформление, заметили, наверное, у многих корейских продуктов очень крутое, вспомните Хеймиш, ну что тут говорить, просто супер. Я еще не открыла, но я предвкушаю, что запах, наверное, будет очень цитрусовый. Даже хочется это. Открываем крышечку. Так, видим защитную мембрану. Подтянем. Ух ты! Очень легкий. Вообще. Ну, настолько ненавязчивый аромат. Это просто плюс в копилку любого продукта косметического, если у него слабый аромат. Это значит, в нем нет отдушек. Это значит, он вам не навредит лишней химии. У него такая интересная консистенция. Он аж прям сверкает. Ну, но я не знаю, я для себя, когда его описание читала, я думала, он будет похож на Хеймиш All Clean Balm. Но это не то, совсем не то. Хеймиш All Clean Balm, он похож больше на какое-то масло, твердый баттер. А это нет, это какое-то суфле, такое щербет-суфле. Сейчас мы с вами лопаточки, конечно, нет, но я на ручку мажу и вам покажу, что это такое.
Я ожидала запаха такого резкого, ну вообще. Размазываем. Ну, на руке приятно все. Это массажный крем. Я вам много раз говорила, мне приходилось массаж делать. Я и тонером пробовала, но на этапе нанесения тонера. Ну, больше всего, конечно, кремом было мне удобнее это делать. Но теперь я буду делать вот этим кремом. Недельки две я потестирую все эти продукты. Стараюсь по нескольку раз, может даже что-то выйдет. И потом сниму общее видео, где мы подведем итоги нашего розыгрыша. И я расскажу вам и покажу, как я пользуюсь каждым продуктом. Такой массажный крем, он эффективно удаляет ороговевшие частички кожи. Это дополнительное очищение после основного очищения, которое вы используете каждый день. Такой крем, мне кажется, можно раза два в неделю, наверное, использовать. После этапа очищения подсушить лицо полотенцем. Наносить на лицо и делаем массаж. Желательно не пальчиками, а ладонями, потому что в ладонях больше тепла. Под воздействием тепла этот крем превращается в масло. Удалите проступившее масло салфеткой, вместе с ним уйдут загрязнения. После этого еще раз умойте лицо водой или пенкой и нанесите свой обычный уход. Ну, у меня, знаете, вот я сейчас нанесла же при вас, у меня на коже, конечно, осталось такое ощущение, что у меня что-то нанесено. После кремов, конечно, ощущение такого не остается, но, естественно, это такое средство, которое надо смывать. Придаст коже свежий вид, очистит поры, вытянет из них загрязнения, выравнивает тон кожи, придает лицу свежий вид. И также способен он осветлять пигментные пятна на лице и постакне. Самые активные ингредиенты это экстракт лимона, экстракт маточного молочка, экстракт тыквы, киви, масло цедры лимона и коллаген. Просто какая-то квинтэссенция вкусняшек таких для кожи, для нашей. И я прям, ну, почти уверена, что моя кожа мне спасибо скажет после применения этого массажного крема. Он мне так нравится, мне кажется, я его самый первый попробую. Я не знаю, я в восторге. Первое впечатление у меня очень положительное. Еще один желтенький, красивый, коробочка. Очень похожа, только она имеет белую сторону. Skin Tone Up Toning Pad About Me. Это, пожалуй, один из таких наиболее популярных продуктов About Me пэды. Я никогда не пробовала пэды. Напишите в комментариях, пробовали ли вы, какого бренда и на что они направлены были у вас. И понравились ли они вам. Никогда в жизни, это мои первые пэды. Ой, тоже очень красивая баночка, такой же цвет, вот этот желтый лимонный, видно, это фишка About Me, такая линейка целая. И у них еще здесь нарисованы какие-то лучики такие беленькие. Очень красиво, выглядит так свежо. Вообще дизайнеры просто, ну, не просто так получают зарплату у About Me. Ой, мне вылетело, я не заметила, мне вылетела лопаточка. Но мне кажется, она из этой коробочки вылетела. Так, открываем. И видим, запечатано, потому что пэды это такие ватные диски, которые пропитаны сывороткой, специальным составом, который каким-то определенным образом действует на кожу. Поэтому запечатано, чтобы ничего не выветривалось раньше времени. Сейчас мы подцепим и посмотрим. И посмотрим, если подцепим. Да, получилось. Вот. А, вот здесь вот запах вообще такой натуральный, цитрусовый. Я, кстати, сегодня с утра пила воду с лимоном. И вот прям, ну, запах похож очень. Сегодня у меня какой-то лимонный день. Вот бы мне целый лимон подписчиков на YouTube. Давайте поактивнее. Так, ну, запах. Я вижу, тут один пэт упал немножечко. Я его достану. Просто вот, ну, хотя бы поглядеть. Посмотрите, какой он тоненький такой.
ну, тоньше, наверное, чем обычный ватный диск. У него есть одна сторона такая более гладенькая, а другая более шершавенькая. Обязательно я, когда буду его тестировать, пробовать, я вам все-все очень подробненько покажу. Skin Tone Up Toning Pad. 60 штук в упаковочке. 60 штук. Цена на сайте Style Korean, последний раз, когда я смотрела, была около 1300 рублей. Значит, гликолевые салициловые кислоты. Что еще? Комплекс антисебам. Цветки примулы, корень, кудзу, хвойные иголки, вяз. В общем, различные активные ингредиенты. Ухаживает за порами, растворяет сальные пробки и сокращает выделение кожного себума. Экстракт и сок лимона. Было бы удивительно, если бы его не было. Посмотреть хотя бы на этот яркий желтый цвет упаковочки, да? Борется с пигментацией, в целом выравнивает тон кожи и насыщает ее витамином С. После очищения протрите лицо сначала шершавой, а затем мягкой стороной пэда. У меня вот сейчас на данном этапе возник такой вопрос в голове. Хватит ли одного пэда на все лицо? Вот это мы с вами и проверим в следующем видео. Я надеюсь, что хватит, тогда это достаточно экономный продукт. Двигаемся дальше и достанем вот эту коробочку. Это у нас Red Recipe Milky Peeling Gel. Гель для пилинга кожи. Как мне прислали много всяких таких средств пилинговых. Ну, это и хорошо. Удалять омертвевшую кожу очень полезно. Та-дам! Ух ты, кстати, повернула и заметила. Смотрите, какое тоже интересное оформление. Какое-то более сдержанное, посерьезнее, в бело-красных тонах. Но так более воспринимается так уже как-то по-аптечному, что ли, посерьезнее. Но тут вот этот узор немного расслабляет уже. Посмотрим, что это у нас. Значит, это вот такой тюбик. Сроки очень большие, до 22 года. Классно, потому что использовать, ну, пару раз в неделю. Видите, у меня столько теперь будет средств. Мне их все использовать надо. И поэтому такой большой срок годности, это, конечно, плюс. Ну, все, конечно же, на корейском языке. Вообще даже ничего особо лишнего. Made in Korea. Открываем, понюхаем. Так, открываем. Ну, у нас такая стандартная, как у большинства тюбиков, крышечка. Удобно, что она, видите, откидная, а не просто откручивающая, как, допустим, у зубной пасты. Выдавим немного, посмотрим на его структуру. А структура у него, знаете, такая вот пилинговая, и он скатывается. Он как-то сразу скатывается, интересно, на коже. Сначала как будто, знаете, соду какую-то с водой разбавленную на кожу нанесли, а теперь он скатывается прям катышки. Интересно, он как-то скатался в один большой комок и упал у меня вот так вот. Пилинг-гель на основе молочной кислоты. Стоит порядка 1170 рублей. Значит, комплекс у него красных растительных экстрактов. Красных, вот почему он такой красненький, да, красно-беленький. Какие у них прямые, да, намеки на состав по оформлению. Отшелушивает деликатно. Удаляет с поверхности кожи роговевший слой клеток, кожный жир, остатки макияжа. Имеет антиоксидантное действие. И также питает кожу и оставляет приятное ощущение увлажненности. Еще комплекс Red Flower, вот эти красные какие-то растения, красный цветок. Это дамасская роза, пустынная роза, альпийская роза, пион и лотос. Просто целый букет красоты, девочки и мальчики. Запах есть небольшой, кстати. Когда я открывала, я не ощутила запаха. Очень-очень-очень слабый запах, ненавязчивый. И не сказать, чтобы цветочный, какой-то парфюмерный, приятный, тонкий. Очень приятный запах. И кроме этого букета,
у нас еще есть комплекс Red Superfood. Гранат, томат и вино. Еще есть комплекс Red Vitamin Fruit. Боярышник там у нас. Значит, мы коже дарим букет просто из цветов, которые будут ухаживать за ней, да. Потом кормим ее гранатом, томатом, винишечко еще даем. И уже в конце, чтобы вот уж наверняка она просто была в восторге, комплекс витаминов с боярышником. Вот просто вот, ну сами вдумайтесь, как все здорово звучит. Но обязательно мы все это протестируем. Очень все заманчиво, да. Я надеюсь, конечно, это средство действительно классное. Отзывов на него просто масса в интернете, везде. Обязательно попробую, очень хочется попробовать. Смотрим дальше. А дальше самая маленькая коробочка, но не менее ценная. Не менее ценная это сыворотка, причем это миниатюра. Это даже не, называется серум против пигментных пятен со сливой какаду. Название Kakadu Sea Dark Spot Serum. 15 мл. Я надеюсь, расход будет экономичным у нее, потому что она такая классная, зелененькая. Достаем. Ух ты! Ну, слушайте, 15 мл, а выглядит такая баночка достаточно нормальная, не сказать, что мелочь какая-то. Для сыворотки вполне себе миниатюрка. Какая большая тогда будет? Тоже красивое оформление, стекло, стеклянная баночка. Все написано крупными буквами, как Kakadu Sea, Dark Spot, About Me. Посмотрим, какая здесь пипеточка у нас. Вот такая обычная пипеточка, запах. Никакого запаха для меня. Нанесем. Вообще капля распределяется настолько на большую площадь руки, поэтому я думаю, расход будет экономичным. Моментально впиталась. Она такая жидкая-жидкая, как водичка. Кожа такая сразу чувствуется увлажненная. После нее экстракт сливы какаду 78%. Значит, коррекция пигментных пятен, тусклого цвета лица, то, что нужно. Антивозрастное действие, выравнивает микрорельеф, это очень круто, и разглаживает морщинки, просто замечательно. Ну что ж, значит, витамина С в этой сливе какаду больше, чем в апельсине, в 62 раза, больше, чем в киви, в 34 раза, и даже больше, чем в чернике. В составе есть ниацетамид 5% или водорастворимый витамин В. Проверим, затестим. Сывороточки я люблю. Коробочку мы с вами раскрыли, но это было не все в большой коробке. Здесь есть еще. Смотрим. Вот оно. Это у нас Media Answer. Это тоже About Me. Ну, такая отдельная линейка различных масок коллагеновых, всяких патчей. Это коллаген Lift Up Band. Тут все запечатано. Для вас никто точно не открывал эти коробочки. Заклеено скотчем. И в упаковке 4 бенда. Каждая в своей отдельной упаковке. Ну, все это удобно. Они фольгированные. 4 штучки. Когда мне предложили их протестировать, я сначала, честно говоря, слегка испугалась. Вообще, я немножко побаиваюсь, не знаю, откуда этот страх такой, какое-то сомнительное отношение к продуктам анти-эйдж. Я почему-то думала, знаете, если на такую достаточно кожу еще, ну, не совсем тронутую возрастными изменениями наносить, не будет ли хуже, и не ускорим ли мы процесс старения, ну, мало ли, там всякие мысли закрадываются. Я даже менеджера, которая со мной общается вот, по поводу этого всего сотрудничества, спрашивала, и она сказала, что это просто настолько классные
бенды, назовем их так, как они и называются, что молодой коже, ну и средней молодости кожи, они не повредят, они могут использоваться и как для профилактики. Вообще, что это? Да, я вам тут рассказывала, а вы не в курсе, что это. Это такая лента, которая наклеивается вот сюда, на зону подбородка. Она подтягивает, вот у некоторых девушек, женщин есть здесь проблема. Провисание подбородка, он провисает, либо второй подбородок, да, опять же. И этот патч, так скажем, такой длинненький, он наклеивается на всю вот эту зону. И как вот патчи для глаз, все свои активные вот эти компоненты, ингредиенты, он отдает нашей коже и подтягивающий лифтинг эффект оказывает. Ну, раз в коробочке 4 штуки, я все-таки подозреваю, что нам надо курс проходить, чтобы был такой яркий выраженный эффект. Посмотрим, будет ли настолько информативно на мне. После первого применения я посмотрю, возможно, я попробую их еще на маме и расскажу вам, как на возрастной коже они себя повели. Посмотрим. Вот такие классные штучки. И, кстати, менеджер, вот эта девушка, она мне сказала, что она сама ими пользуется, очень ей нравится. Вот прям люди от себя отрывают. 520 рублей. Созданы на основе запатентованной технологии TDC, трансдермальной системы от Samyang Biopharm. Обеспечивает долгосрочный лифтинг-эффект за счет впитывания компонентов в глубокие слои кожи. Обязательно мы его проверим и все вам расскажем и покажем, стоит ли такую штучку вам заказывать себе. Есть еще одна упаковочка. Что же в ней? Достаем из пупырки. Та-дам! Опять же, Media Answer Real Skin Fit Collagen Mask. Маска. Очень мне, кстати, она понравилась. Я когда на сайте увидела, так обрадовалась, что мне ее пришлют. Я всегда хотела такую попробовать, коллагеновую. Из коллагена. Ну, я пробовала патч, конечно же, вы знаете, но вот маски коллагеновые, что-то как-то мне не довелось. Всякие тканевые, глиняные, пузырчатые разные, а вот коллагеновые. Ну, пока фаворитом моим были альгинантные маски. Посмотрим на коллагеновые. Оформление у них, в принципе, все в едином стиле, серебристо-оранжевый такой, очень сдержанный. 4 маски в упаковочке, в каждой своей отдельной, в своем фольгированном пакетике. Если даже посмотреть на саму упаковку, мы видим, что маска имеет две части, разделенные. Часть до под носом заканчивается первая, верх лица, и для нижней части. Это, я думаю, что это очень удобно, потому что лица у всех разные, чтобы подогнать и плотнее маска села на лицо. Очень мне хочется попробовать эти масочки. Я, наверное, не знаю, может, даже сегодня попробую одну. Реально классные такие. 77% из состава – это французский коллаген. Аминокислоты, комплекс пептидов. Вообще, я когда слышу пептиды в косметике, я прям сразу так по-серьезному к ней отношусь. Не знаю, мне очень это положительно располагает. Дамасская роза, аденозин и биоцеллюлоза. И, в общем, какую-то они разработали систему такую, TDC, трансдермальная терапевтическая система. Какой-то способ пропускать в более глубокие слои кожи вот эти активные компоненты маски. Проверим. И с этой посылочкой мы разобрались. С этой посылочкой у нас все. Наичудеснейшие две упаковки базового ухода, полного, полноразмерного, классного ухода от компании Пюнкангюль. Я буду рада осчастливить двух девочек, которые выиграют. Значит, условия конкурса таковы. Нужно, конечно же, быть подписанным на канал Beauty Maker, поставить лайк этому видео. Также вам нужно будет зайти в Инстаграм и подписаться на аккаунт Style Korean, этого магазина.
в описании под видео я обязательно оставлю на него ссылку и еще раз пропишу подробно все условия конкурса. Далее вы должны прокомментировать это видео. Любой комментарий по поводу этого видео может рассказать о каких-то своих любимых корейских продуктах и написать там свой ник в Инстаграме, чтобы я могла подсчитать с помощью рандомайзера уже результаты розыгрыша. Победителя будет два. Каждый я отправлю за свой счет этот наборчик. Конкурс, давайте условимся так, завершится через 2 недели, будет стоп, и мы с вами подсчитаем результаты вот в следующем видео, где я буду вам показывать, как я все эти продукты тестирую и делиться своими впечатлениями. Я всем желаю удачи, всем желаю победить, выиграть этот просто невероятно крутой, классный набор. Если хотите помечтать, пока участвуете в конкурсе, посмотрите видео мое об этом наборе, что вас ждет более подробно. Он того стоит, обязательно не поленитесь, поучаствуйте. Я вас всех очень люблю. Спасибо, что вы посмотрели это видео, распаковали вместе со мной, что разделили со мной эту радость, эти эмоции. Я очень рада, что вы смотрите мой канал. Обязательно подпишитесь, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. И жмите колокольчик, чтобы вы всегда были в курсе новых видео. Ну а я вас всех целую. Люблю. До новых встреч на канале Beauty Maker.